А что конкретно случилось после боя? Я в этот момент уже отходил в сторонку, ждал вашего выхода. Вот, и... Ну, я зашел, я после боя, короче, зашел в клетку, да, к Мише подошел сразу. И в этот момент Фаридун там его обнимал, поднимал и, ну, протянул мне руку, да. Я ему пожал руку, короче, и убрал, короче, сразу руку в сторону Миши. Ему этот момент не понравился, там отвернулся, что-то мне сказал. Я ему там слово за слово, там что-то такое вцепились. А так ничего такого же не было, там что такая реакция фанатов. Я там его не ударил, не оскорбил, там ничего лишнего не сказал. Ну, то есть такую реакцию ты вообще не ожидал от Я резко. честно, я с клетки, когда мы вышли, я смотрю на трибуну, да, в меня бутылки летят. Я думал, что происходит вообще, что случилось? Они, видимо, вот увидели этот инцидент в клетке, да, что там у нас Фариду нам слово за слово, и на этой волне начали бросать бутылки, там, средние пальцы показывать, что-то кричать. Не знаю. Ну, в область виска, да, одна бутылка попала. Да, мне бутылка попала сюда, там я смотрю, в Мишу там что-то попало. Миша меня прямо вот так держит и ведет туда под этот, под трибуну, да, чтобы меня не попадали. Вот такой он близкий друг, не каждый, да, там, каждый начнет себя прятать, а он взял меня, обнял там и вел по трибуну. Я Вот. до этого видео увидел, я даже не помню, что там было. Я понял. Вот как раз последний момент, когда вы уже как бы к выходу идете, я успел заснять. Я такой думаю, а почему вот так вот бросают в Мишу бутылки? Ну, не понял сам, да, и Нет, потом я только на. честно, они же не в Мишу бросали, на самом деле. Я с Мишей был, они бросали в меня, и то, что там, ну, попадали в него тоже, да, но целенаправленно, я считаю, что это в меня бросали бутылку. А в интернете везде пишут, что бутылки бросали в Мишу, да. И вот этот момент просто я хотел всем, да, объяснить, пояснить, чтобы люди не думали, да, там вот, что таджикские фанаты там, как пишут, что раскидали русского парня, там, Мишу Мохнаткина, они же не в него бросали на самом деле. Там вот даже я читал, там Миша Маваши высказывался, что там Михаила Мохнаткина там забросали бутылками. А так, ну, я читал в комментариях, там, ну, все таджики, все болельщики хорошо к Мише относятся. Он такой порядочный, воспитанный парень. Там, ну, даже после боя было видно, они там обнялись, у них не было другу разногласий. А то, что у меня там с Фаридуном получилось, просто мы вместе с Мишей шли по трибунное помещение и начали кидать бутылки, а люди же не все там знают, что произошло, и считают, что это бросали в Мишу. Вот про ту самую встречу после боя. Ты же тоже тогда был рядом. Когда мы уже Да, про встречу Миши и Фаридуна. в раздевалке, тогда мы увиделись. Раздевалки, да. Это Фаридуна секундировал мой друг Ахмед, этот, как его зовут, Артур Ахмедов. Он тренирует в Иволве, по вольной борьбе. Он, ну, вместе учились, там мой друг подошел ко мне, говорит, давай, говорит, сделаем по рукам, говорит, зачем, ну, у вас же, говорит, ничего личного нету. Ну, я пришел к нему в раздевалку, мы пожали руки, да, и на этом закрыли тему. Ничего такого не было. Может, у него есть там какая-то ко мне неприязнь, я не знаю. Мы же на чемпионате мира дрались. Я даже не помню, я с ним дрался или нет, но говорят, что я его выигрывал. Ну, по-моему, Фаридун сам рассказывал про то, что вы Да, с ним. я в интервью смотрел, да. Он тогда чемпионом Иглс был. Мы, по-моему, дрались на чемпионате мира. Я просто не помню. Если бы он мне дал бы конкуренцию, я бы его помнил. Значит, не было конкуренции. То есть не почувствовал. Ну, я даже не помню, вот он мне сам напомнил, что мы с ним дрались. Я даже честно, но ну, если бы у нас такой бой был бы, я бы его помнил. Значит, я его в легкую прошел, если это было. На самом деле это странный момент, ну не в плохом смысле, конечно, но то, что ты не помнишь. Тем более ты говоришь то, что он дрался в статусе чемпиона Eagle FC. Да, он тогда чемпионом Иглы ФС был. Надо же. Не, ну, боевой самбо – это чуть другая тема, да. Я вот, можно сказать, всех топов России выигрывал в боевом самбо. Там Шлеменко, Токов, там, ну, таких известных спортсменов. Я считаю, что боевой самбо – это чуть другая стихия, но все равно, да, это тоже имена, которые я выиграл. А как у тебя связка образовалась с Мишей Мохнаткиным? Мы же в сборной России с ним были. Вот на чемпионате России там кто выигрывает, попадает в сборную, и мы на сборах, да, постоянно там вместе.
на соревнованиях, на сборах. И вот на протяжении, наверное, уже 10 лет мы дружим, общаемся. И он мне как близкий человек, да, и вот его поражение, да, чуть меня на эмоции вывело. Тяжело было смотреть на все это. Ну и какая-то злость была, да, к Фаридуну тоже на эмоциях. А так ничего личного я против него не имею. Он мне ничего личного не сказал, не задел меня, и все нормально. Понял. А Миша сам что тебе говорит в личной беседе по поводу этой ситуации с Миша мужем? мне звонил сегодня и говорит, оказывается, мы нормально, говорит, пошумели в тот вечер. Я говорю, ну да, сейчас все обсуждают, говорю, не бой наш, а вот то, что нас закидали бутылками, пробой, говорю, уже все забыли. На самом деле это и обсуждают люди, да, не то, что как он там выиграл, проиграл там Фаридун, а то, что вот нас закидали бутылками, вот это больше обсуждают, правильно? И он мне звонит сегодня, нормально, говорит, мы пошумели, оказывается, в тот вечер. Я говорю, конечно. Ну, ему не было обидно, ничего такого. Да. Ну, как может быть не обидно, да? Ему, конечно, обидно, он хотел выиграть, хотел выйти в Нет. финал и... По поводу, я имею в виду вот того, что вот закидали бутылками. А, да нет, я не Правильно? думаю. Он же понимает, что это не в него кидали, да? И я не думаю, что, может, ему было плохо то, что в меня кидают. Там видео видно, что он меня прям обнял и ведет туда помещение. С Мохнаткиным не обсудили пост Миши Маваши? Да, я же тебе это говорю. Ну, поэтому я хочу дать всем дать объяснение по этой ситуации, что там, ну, не в Мишу кидали бутылки, да, кто там на арене был, они же все знают, видят просто, ну, люди, которые не видели и не знают изначально ситуацию, они обсуждают то, что, ну, бутылки летели в Мишу. Я считаю, если бы он один шел бы, в него бы не кидали, он просто меня вел, бутылки летели в меня и попадали в него в том числе, поэтому такая ситуация, там, знаешь. Ну и потом, сразу после этого, ты Ярославу Степанову рассказывал, что директ разрывается сообщениями. Вот я тебе клянусь, вот у меня друг здесь сидит, Артак, который, ну, с детства со мной дружит, общается. Мы вот сидели сейчас, как раз Дилек читали, ну, там очень много людей пишут, да, ненужных слов. Кто-то пишет там, да, нормально все там, то, что вы там на мирной ноте разошлись, это эмоции, это бывает. Ну, я особо на это внимание не обращаю, да. Ну, а что пишут-то? Прям такие плохие слова. Ну, то, что... Тут я же не буду сейчас здесь плохие слова говорить, да, то, что я так, типа, оттолкнул руку Фаридуна, типа, что я неправильно поступил, там, ну, такие моменты, да. Ну, а ты как считаешь, в тот момент ты неправильно поступил? То, что оттолкнул руку? Там не было такого, что я там взял и оттолкнул его руку, там, он мне пожал руку, я так убрался, А. короче, от злости, понял, да, и... Не то, что там его этим задеть, просто на эмоциях, может, когда он мне руку пожал, от злости вот так сделал, убрал руку. А ему это не понравилось, короче, и вот началось там. Также вот А так? в том интервью Ярослава ты говорил ему, что, возможно, будут караулить. Но так до этого не доходило, надеюсь. Не, смотри, я, короче, после Мишиного боя хотел зайти на трибуну, да, посмотреть бои. Меня не запустили в зал. Сказали, что там сейчас опять начнется вот это все, бросят меня, может, там нападут на меня. И меня охранники, короче, не запустили на трибуну смотреть бои. И получается, я все бои вчерашние или позавчерашние смотрел в раздевалке там в телевизоре. Я правильно понимаю, что до сих пор продолжаются вот эти вот нападки в интернете, сообщения в Да, директ? есть. До сих Есть, пор. есть. В комментариях там, ну, почитать можешь, у меня в Инстаграме там пишут, да, что... А ты прям такие жесткие комментарии не удаляешь или как? Или оставляешь? Удаляю. Удаляешь. Удаляю. Конечно, да. Ну, прочитаю, но не отвечаю. Зачем мне спорить, да, с людьми? Прочитал, удалил, да, и все. А обращением... Я же не буду сейчас каждому там доказывать, объяснять, что я прав, не прав. Если у них такое мнение, они высказались, я просто удалил, и все. Но кто им передал бы вот в этом интервью? В ответ, Таджикским болельщикам. да, в ответ на эти комментарии, личные сообщения. Ну, я считаю, да, что я ничего лишнего не сделал. Не оскорбил, ни там, ну, в сторону Адилова у меня никаких претензий нету, не было. Просто, ну, на эмоциях я так, может, руку сделал, и все. Я не считаю, что болельщики должны были вот так сильно на это реагировать.
если бы я там оттолкнул бы или ударил бы ногой там, то это неправильно было бы с моей стороны, да, человек после боя, и что у меня такая реакция. А так, то, что я там, ну, руку вот так сделал на эмоциях, я не считаю, что так должны были реагировать болельщики, не знаю. Но это, знаешь, как бывает, один кинул, второй кинул, и пошло-поехало, да, вот такая тема. Я понял. Ну, слушай, я тоже уже за кулисами, после того, как это произошло, ну, подслушивал разговор, и говорят, что этот парень думает, что это попа мой. Ну, типа, он привык, наверное, попа мой Нет, так поступать смотри, и так далее. Ислам, я тебе знаешь, как скажу. Во-первых, я знаю, где я нахожусь, да, в какой лиге я нахожусь, и знаю, что в этой лиге такие вещи не приветствуются. Правильно, я же взрослый человек, я туда не пришел. Вот, ну, сейчас, наверное, многие люди пишут, думают, что я туда пришел хайпануть, да, на этом хайп хотел сделать. Даже когда Асламбек Бадаев ко мне подошел, говорит, Мухаммад, это, говорит, не то место, что такое делать. Я говорю, у меня не было таких мыслей, там, чтобы хайпануть на этом, или там подраться, или пошуметь. Там можно на эмоциях я так сделал, да, и Фаридун был на эмоциях, что он так отреагировал, и все. А так я же понимаю, куда я пришел, и в какую лигу я пришел. И у меня не было намерений, что там хайп какой-то сделать. Это вот так просто спонтанно на эмоциях получилось. Если бы я хотел бы хайповать, вот у меня контракт лежит еще на 4 боя, на 4 боя в хардкоре, я же могу туда пойти, там драться. Просто я решил отойти от этого и не хочу в этот хайп лезть, драться в хардкоре, у меня нет намерений, да, и я отошел от всего этого. Продолжим тему по поводу твоей карьеры. А в каком направлении хочешь двигаться? Ну, сейчас я пока в любителях выступаю. Сейчас вот месяц назад я выиграл Кубок России. Сейчас буду готовиться на Кубок мира, потом у меня чемпионат России. У меня есть предложение с Урал FC драться бокс в ММА перчатках. Может, там выступлю, посмотрим. Правильно понял, что ты решил отказаться от хардкора чисто из-за того, что тебе надоело весь этот хайп, или что? Мне не то, что там хайп надоел. Я в хардкор пришел, да, я ничего лишнего никому не сказал. Вот ни один человек не сможет ко мне подойти и сказать, что я там кого-то материл, или там нежданчики бил, или душил кого-то. Да, у меня были там недопонимания, какие-то зацепки с людьми, да, раскачка боя и ничего такого. И старшие братья, да, мои там старшие друзья сказали мне, что это место для меня не подходит, и я решил оттуда уйти. А если Но говорить... контракт на 4 боя у меня еще есть в хардкоре. Я думаю, они отпустят меня, и я продолжу драться в Урал FC. А так, а если говорить глобально, какие цели преследуешь? Ну, хочу стать пятикратным чемпионом мира. И еще пару лет попробую подраться по профи, посмотрим, как пойдет. У меня есть намерение. Есть здоровье, пока нету травм, хочу выступать, посмотрим. Сейчас у меня чемпионат России в марте, после него уже думаю, подерусь где-нибудь. А так бы я с Адиловым подрался. Если честно, ну, очень удобный соперник для меня. А в чем его удобство? Я не знаю, ну, каждый джеб он пропускает, стойки, можно его спокойно перебить. Вот Миша, я не знаю, просто стоял, бегал за ним. Надо было просто разбивать своими. У Миши намного длиннее рычаги, руки, ноги. Он просто мог с дистанции перебивать его. Я не знаю, что-то он неправильно тактику поставил и пропустил удар. Ну и каждый тейкдаун он пропускал. Я вообще в шоке. Ну, там было 2 или 3 тейкдауна, ну. Самбист такого уровня не должен был такие тейкдауны пропускать. Короче, с Ну тобой и любой. Фаридун Адилов же тоже базовый вольник. Он умеет там правильно взять ногу, посадить там, но такие моменты. Короче, тебя не так легко, ну, не получится перевести. Правильно я понял? Ну, пацаны, которые со мной боролись, они знают, как я на ногах стою, да? Я же футболист вообще бывший, и на ногах я хорошо. Ну, меня тяжело бросить, да, перевести меня тяжело. Слушай, а если бы бой Миши и Фаридуна продлился бы все 5 раундов, то в каком ключе это все было бы? Фаридун после 2-го раунда вышел, он уже задышал, да.
И у нас вообще изначально был план первые два раунда, а потом уже начинать работать первым номером, атаковать Фаридуна. Но Фаридун, мы знали, что он задышит после двух раундов. И Миша вроде хорошо дышал в третьем раунде, уже видно было, что Фаридун бегает по кругу, и просто расслабил в моменте Мишу и сделал атаку, и Миша пропустил удар. А так у нас была такая тактика, чтобы, ну, в дальние раунды его завести и там уже финишировать. Слушай, Мухаммад, ты же еще и тренерской деятельностью занимаешься. Да, я сейчас тренирую детей в школе самбо 70. Всех приглашаю на боевое самбо. Я тренирую детей, там сам тренируюсь. И всех, кто хочет заниматься боевым самбо, приглашаю к себе в зал. Ну, детей, как я понимаю, тренировать же сложнее, чем даже взрослых. Честно, да. Тяжело тренировать. Я сам, ну, по образованию тренер, я никогда себя тренером не видел, да. И вот чуть тяжело сейчас в начале. А так есть пацаны перспективные, которые, да, хотят тренироваться, у них что-то получается. Посмотрим, как пойдет. Я же параллельно после того, как потренирую группу, после них еще сам тренируюсь. Поэтому чуть так тяжело. Слушай, вот какое-то время назад, я помню, сидел за тобой, и вроде как ты дружил с Марифом Пираевым, и в последние годы я не замечаю никаких совместных публикаций, с чем это связано. Да, мы с Марифом, можно сказать, вместе начинали, да, с детства. Я помню, нам там по 17-18 лет было, лет 15 назад мы здесь в Москве вместе тренировались, ездили в Таиланд на сборы вместе, ездили в Дагестан на сборы. Так близко, как братья, дружили, общались. И, ну, в моменте он вот эту звезду хапнул, короче, потерялся. Теперь у него новые братья, там, Альфреда, не Альфреда. И просто хочу сказать, да, что вот люди, когда там, ну, славу, деньги ловят, забывают старых друзей, братьев своих. И такой момент есть, он просто в моменте взял и исчез. А может быть, просто интересы разные стали у вас? Ну, не знаю, брат, даже если интересы разные стали, да, но это же не значит, что он просто должен, да, как потеряться от меня. Вот ты представь, мы с тобой дружим, да, с детства, правильно? И я тебе ничего плохого не сделал, да, всегда в чем-то поддерживал тебя, мы дружили, общались там, да. Может, я где-то там отошел, и ты пошел по другой дороге, да. Но мы же должны быть на связи, да, как-никак, мы вместе все делали, общались, дружили. А он просто взял, потерялся, да, без какой-либо причины. Ну, это его, да, решение, если он так хочет, пусть так будет, да, проблем нет. Мне от него ничего не нужно. Просто, да, вот это братское у него нет, у него новые братья, у него деньги, менди, своя суета, короче.